Доброго всем утра! У меня хорошее настроение, потому что я наконец-то сделала себе тосты с маслом. Вот масло уже растаяло, даже впиталось. Кофе с молоком. Уже 100 лет его не пила, но, блин, понимаю, что не могу я без кофе. И салатик вчерашний даем. Мама, тебе еще 100 лет нет. Да? Смотрим, вот это мы какой второй раз, да, смотрим «Свадьба вслепую». Вот мы вяжем сегодня щавель и... Украина, в общем, нам показывают Ю-канал «Свадьбу вслепую». Одни уже полюбились, как папа говорит. Ура! Я записалась на коррекцию, но завтра пойду опять делать свой гель-лак. Вот у меня вот такой вот. Сейчас покажу. Вот так вот, в общем, выглядят мои ноготочки. Больше месяца. 3 числа я делала, сегодня 10. Вот. 5 недель получается, да? Я сегодня опять молодец, смонтировала две видео, одно из которых Антохи на день рождения. И ответила на комментарии, смотрите их сколько. Вот, круто. Но больше всего мне понравилась тема про малоимущих. Я прям в шоке. Для меня, если честно, для самой слова малоимущие, это просто как будто мы должны стоять с протянутой рукой, спросить у всех милостыню. То есть там прям написали, вот всем бы быть такими малоимущими. Вот желаю вам быть вот такими малоимущими, как мы. Ну прям я в шоке, короче. А, вот. Так что вот такие вот мы малоимущие. И причем я этого не стыжусь, я же не говорю, что мы ходим и просим, я даже не пишу вам. Там внизу номер моей карты на Сбербанке, пожалуйста. Как это там, что там, для развития канала, в общем, ребят. Скидывайте мне пол вашей зарплаты на развитие моего канала, и я поеду в Турцию. Пи. Короче, ладно, это походу солнечный удар, тепловой удар, потому что у нас достаточно жарко сегодня. Сейчас монтировала два видео и сейчас буду продолжать закатывать компот. Тошке на 6 лет Майнкрафт был. Ссылку оставила, вот сейчас выгружаю. Вот. И вот здесь внизу написано ссылка «Мы год назад». Вот как раз Антошке 7 лет, а вот здесь вот Антошке 6 лет. И вот компотик, мой зайчик. У нас уже 5:30, сейчас ужинаем и идем на собрание. А я не знаю, но Афоня, наверное, с нами пойдет, да, пап? Мы собрались на собрание. Гришка дома. Собрание глава Динского района. В общем, приезжает к нам на хутор. К 6 часам. Вот сейчас идем. Сейчас я позвоню тете Ане. Поня. Поня едет. Отказами. Типа неправильно формировали. Побыли мы на собрании. Послушали. Дороги не будет. Единственное, в чем нам решили. Сказали, что помогут. Это с этим, да? С водителем автобуса. Что только с водителем автобуса разберутся, чтобы он не говорил детям, что у вас такая плохая дорога, в общем, чтобы не ворчал на детей. Все, остальные вопросы. Причем это хорошо, что у нас вода, да? Потому что у других на другой улице, из-за того, что уже 2 месяца, даже 3 месяца, да, нет дождя. 2 месяца ровно. 2 месяца ровно нет дождя и, ну, хорошего. У других людей даже, ну, вода в колодцах выкачивается и заканчивается, поэтому как бы на нашей улице тут еще благодать. В общем, с дорогой Все, решайте все пойдемте. сами. Так что зачем Давай. собирать собрание? Итак, проблемы, мне кажется, дороги уже не одно Дураки. и не одно столетие у нас в станице. Вообще, мне кажется, даже в России, поэтому как бы можно было и без собрания решить. Ну, как-то посидели, послушали, как-то так. Все. Все. Так, я варю манку. Здесь у меня молоко, манка, сливочное масло. Вот оно такое здесь плавает. Сахар, соль и все это сейчас венчиком. Хочу быстренько перемешать. Сейчас это все сварится, потому что все попросили на вечер манки. Вообще, у меня манка, это, знаете, все на глаз. Нет.
Кстати, Лёша, ну, Ваня обалит улыбку. Да, хотели поговорить с Антоном, да? Да. Ну... Что будем делать? Ну, давай, ладно. Ну, давай завтра. Ну, решили, давай. Что завтра еще позвоним, да? Да, так и будут, а то у нас будет спать. Окей. Да. Я вижу садик. Тебе завтра садик? Завтра какой день? Папина. Завтра не пять, завтра среда. Среда, это третий день, да? Да, третий. Первый какой у нас? Один. Понедельник. Да, понедельник. Это... Второй. Да. Вторник. Вторник. Завтра третий. Как называется? Пакана. Среда. Среда. Четвертый это четверг. Четверг. А пятый? Это кто? Это пятница. Да. Да, но завтра еще среда, да? Да. Завтра Гришина карате, да? Мама, давай повезет. Давай повезет. Кто его повезет? Да. Думаю, что мама. Нет, это Люба. Тетя Люба повезет. Да. А мама где будет? А мама будет дома. Да, с тобой, что ли? Да. Ну, хорошо. С тобой хорошо, да? Сейчас уже пойдем мыться и отдыхать. Потому что у нас уже 9 часов. Мы, наконец-то, вставили батарейку в наши часики. А, где да. Тут они? Да, это наши. Вот они. Потому что, я не знаю, я привыкла, что я просыпаюсь и сразу смотрю на время. Время остановилось на скольки там, не знаю, на 5 утра. Поэтому пойдем уже мыться. Да. Ну все, мы пойдем мыться. Афоня достал сзади, там валялась игрушка за кроватью, да, Афоня? Да, там Афоня. Еще там есть? Да, где я сплю?